Доброе утро, мои любимые, мои хорошие. Всю ночь хлещет дождь. Вот всю ночь без продыха. Я оставила опять на дереве красный цветок. Тут в 6-7 утра бегала, как ошпаренная, под ливнем его спасать. Смотрите, какой он сразу, какой-то ужас, перелитое все. Все плавает. Только что из тележки оттуда у гномика забрала колокольчик, потому что он тоже весь разваливается, перелитый. Все просто гниет. Все время только льет, льет и льет. И как мы тут успели вообще хоть что-то скосить и повесить скворечник, я прям удивляюсь. Достаточно прохладно, и прогнозы неутешительные. Вот. А вы спрашиваете, что у нас грядки здесь или еще что-то, чтобы росло. У нас здесь забивается все пыльцой, такими штучками, как сосен, я потом вам покажу. И здесь ничего никогда не вырастет. Ужасный климат. Будем пить кофе и строить планы на сегодняшний день. Чем займемся сегодня? А у нас с вами есть собственная черемуха, между прочим. Мне сейчас вам ее не покажу. Здесь дождь, я вся промокну. Ну вот она здесь, у нас кустик. Вон там. Потом подойду поближе, если она не успеет отцвести. У нас здесь собственная черемуха. Мамина радость. Но мне тоже нравится. Когда дождь идет так долго, сосны темнеют, и как будто у них такой, как серый лишай, начинает идти снизу. Прям все в дожде, и прогнозы только такие. Всю ночь он стучит и стучит сырости. Температура воздуха тоже очень-очень низкая. Зато дятел ищет кормушку. Она тоже вся насквозь, я ее здесь убрала. А дятел бегает. Еще что интересно. Шарик, вот этот птичий, видите, зеленый, не подойду сейчас ближе. Кто-то разорвал и вытащил целый шарик, он был целый с вечера, и утащил. Не знаю, вот может быть это белка сделала? Ну давайте попьем пока кофейку. Я вам показывала, какой я на дачу брала. Ловаться ору, зерна. Вот, и здесь сейчас намелим его. И на веранду. Ой, какой запах. Свежемолотого, изумительно. Муж любит вот такую огромную керамическую кружку. Я поприличней. Мы с вами вызовку купили. В прошлом году вот это вот со скворечником. Сейчас ему сливки, сахар. Я добавляю миндальное молоко с пониженным содержанием сахара. Сахар тогда не добавляю вместо сливок. Мне со сливками как-то не нравится. Бутербродики сделаю вот из копченая. С намазка, как бы, да, на булочку, на хлеб с копченой рыбой, с копченой курицей и чеснок с сыром. Вот такие намазки, еще ветчина есть там. Вот, Кристина, наверное, блинчики захочет. Да, ты будешь мокрый. Надо телегу спасать. У нас выход с веранды на старт. Внимание, пошел на дело. Ужас. Холод. Напились кофе и замерзли. Мечта дачника. Калоши иметь с каким-нибудь подогревом. Со смехом внутри. Смехом. Плавает все везде в этом дожде. И холод. Ну что это такое?
А май кончается. Самый красивый месяц, когда цветут сады, когда все везде вот просыпается природа, вот так льет, льет, избивает эти цветы. Все. Должно в душе цвести. В душе? Да, сады. Сады. Цветут. Хорошо одной только бегонии. Вот ей хорошо. Яркое пятно, и ей хоть бы что, сколько в нее не льют. Остальное все чахнет, гибнет, разваливается. Все, замерзли, идем в дом. А мы продолжаем собирать комод. Ну как мы? Муж продолжает. Начнем сейчас сверлить эти дверцы, которые как глянец, сделай сам из серии. Вот, так что опять его вытаскиваем, потому что здесь неудобно. Надеюсь, сегодня доделает он всю эту. И будет у нас с вами полноценный комод, и еще нам нужна здесь полноценная тумбочка. Собираем. Смотрите, в каких условиях мы живем. Это ж кошмар какой-то. Барак. Барак натуральный. Ну что, мебельщик, скоро ли у нас будет мебель? Ой, дай бог. Бог даст будет. Так вот, Вася сомневается. Да, почему? Я собирать ли дальше комод или переделать в бар? Бар? Да. А, в бар переделать. Бар, мы же с тобой хотели. А-а-а. Туда вискарь, да. Там стулья, не знаю. Мне кажется, надо еще подумать. Как-то, мне кажется, бар нужнее. Нужнее? Да. А ты, Вася, согласен? Ну, почему бы и нет. Следующий комод будет комод, переделанный в бар. Ага. Главное, чтобы в баре было не пусто. Ну, натаскаем. Да. Так, процесс идет. Угу, Кристина смотрит, какой комод будет. Так. Ну вот, основная конструкция, значит, все доделали. Теперь будем ящички, дверки. Так, ну а теперь по инструкции. Муж привез дрель, пятерку, сверло. И то, что я вам говорила, собери мебель сам. Теперь он будет этим заниматься. Я так поняла, что на заводе, на фабриках это не делают, потому что, наверное, огромное количество процента... Предварительно дырка просверлена, только она не до конца. Это я рассказывала. Предварительно, вот с этой, с наружной, с внутренней стороны. Вот, я думаю, что у них огромный процент брака, потому что этот блестящая поверхность, она просто начнет трескаться, наверное, брак большой. Девочки. Да. И поэтому, типа, сделай сам. Если ты пойдут здесь все лучиком, то это уже будут твои проблемы. Ну, в общем, как-то так. Ну как, процент брака? Ну, покажи, что у тебя получается. О, шикарно. Ну вот, тебя, наверное... Дырочка. Тебя, наверное, возьмут на тот завод. Да? Да, я так думаю. Да. И сколько ж тебе... Это ж сколько тебе дырочек? Это на все ящики, на все дверцы и не одна. Это ж какое количество дырочек? Главное ее просверлить ровно, понимаешь? Не сбоку. Вот это же... Мне кажется, у меня же не станок же ведь, как говорится, ровно. Мне кажется, это очень же, удобно было бы делать же, на заводе. Это же ровно, надо что поставить как бы ровно, чтобы это, понимаешь? Чуть сбоку, да. Возможно, да. Так, понимаешь? А, это же ведь, это же все руками делается. Вот почему, как положить досочку, видите, у него положено? Mm. Это все написано в инструкции. Конструктор Лего для мужчин. Mm. То есть вот так вот надо как-то... Нет, слушайте, чтобы, я в шоке вообще. Чтобы это все ровно, на глаз. Все на глаз, короче. Под 90 градусов. Да. Это до завтрашнего обеда.
Шикарно. Нет. Главное, чтобы не ушло. Можно я покажу? Не ушло а вот, это, вот этими. Это проверяется вот так вот. Этим. Видишь? Ага. Вот так вот, видишь? Да. Дырки да. совпадают, значит правильно. Пробно. Ну слушайте. Здесь ящиков этих и дверь, и потом тумбочка. Здесь это работы. Я не знаю сколько. Это на очень долго, что надо настраиваться в каждое аккуратненько, через пленочку. Да, сюда. Ювелирная работа. Если что не так, то есть контролер, кто, да. кто сразу увольнение без содержания. Без содержания. ОТК работает да. у нас здесь очень строго. Да. Ты заходи, если что. Ну как у тебя здесь делишки? Двигаются? Ты не замерз здесь? Нет, мне как раз таки там у тебя жарко. Да, а мне ужасно холодно что-то. А, то есть ты уже дверцы все, да? Просверлил. О, и здесь сквозные, все готово. Это ты уже тумбочку или это ящики, комоды? Ящик. Комода или? Ну да. Ага. Все идеально. То есть тебя можно это подпускать глянцу? Ну к тому, что тебя на завод возьмут. Брака ноль? Слава богу. Мне кажется, этих досочек здесь слишком много у вас. У тебя еще тумбочка, да? Ой, боже мой, как тебе здесь не холодно? Здесь же вообще... Вообще не холодно. Потому что человек работает. Оптимальная температура. Да? Это ж сколько здесь для градусов работы. Для работы? Ой, а я пойду-ка черешни помою. Хочу я черешни поесть. Вась, скажи, пожалуйста, я зрителям забыла сказать, сколько стоит килограмм черешни в Таллине? Я покупал по 9 евро килограмм. 9 евро килограмм. А клубника? 2,80 где-то там. 2,80. Ну, 3 евро почти килограмм. Ага, это 9, ясно. О, давайте помоем и покушаем. У нас здесь такой дуршлаг сиреневый. Сейчас намоем и будем кушать. Не знаю, мне все холодно. Буду теплой водой ее мыть. Очень хорошо вот такая функция кран-душ на кухне. Именно для вот фруктов, овощей. Он еще выдвигается так вот, насколько хотите. То ведро, знаете, набрать, если вдруг надо. И очень хорошо вот этот душ вытаскивается. Удобно. Тепленькая водичка. По хозчасти, по домашним работам. Сегодня еще протестируем, проверим машинку стиральную с зимы. Что здесь с ней происходит? Знаете, вдруг она там что-нибудь замерзла, отмерзла. Капсулы у меня вот такие для стирки. Сейчас мы сунем одну и попробуем этот самый... Я вот только, кстати, такими теперь стираю уже давным-давно, прям в барабан, никаких порошков. Ополаскиватель тоже с какими-то орхидеями сюда вот заливаю. И все. Давайте попробуем, как она выдержала зиму. Я уже даже не помню, куда включать и что делать. Ничего, не помню, что с ней надо делать. Ах, во. Тут ничего и не надо делать, тут надо выставить. Давайте попробуем прямо коротенько, на 30 минут какой-нибудь там. Ерунда у нас. Скорее, тестовый такой режим. Ой, надо было на 1000 поставить сюда. А, он не дает больше, чем 800 на этой программе. Ну ладно. Ну давайте посмотрим, как сработает. Черешня вкусная, сладкая. Очень хорошая. Лучше клубника. Угу. Клубника пислей. Ну, пока на пол не течет, никуда не течет, вроде все в порядке. Ну, ждем. Слив, там все такое тестируем. Машинка закончила свою работу. На полу ничего не плавает. Слава тебе, Господи. Значит, все вроде сухо.
все нормально, все отжало, все везде нормалек. Слава богу. Тест прошел удачно. Так, что-то у нас тут уже пришло. О, примеряет, примерчик. Примеряют не только платье, примеряют еще ящички. А, там эти шурупы. А, там они, да. Ну уж ты смотри, чтобы он так плавно туда-сюда заходил. У тебя тут насколько все будет? Очень все серьезно. Тяжело. Очень тяжело и очень серьезно. Но у тебя же тут не будет тут? Будет. Гантели не будут живы? Как же? Это первым делом. Да. Конечно. Ну там она сдевает эти шурупы там эти, которые нам. Нет, она должна так плавно заходить, приходить. Ну, как дома, да. Нет, это сделай мне, чтобы нормально было. Шурупы там задевают. Да, да. Понимаешь? Нет, это не годится. Угу. Дверцы уже пошли. Продолжаем собирать комод. Кстати, на эстонском языке комод будет коммут. Маммут будет мамонт. Не выдумывай. Не вводи людей в заблуждение. Но совсем уже вид почти готов. Очень, знаете, что хочу сказать? Освежил комнату этот самый комод. Вот это дерево вокруг, но белый передок. Вот. Простите, вырвалась. Очень хорошо освежил. Как тебе, мам? Да, а какой он огромный. Да? Огромный? Огромный. Ага, а вещей знаешь сколько? Сколько? Много. А ты что, здесь зимовать будешь? Кто знает. Зачем тебе много вещей? Кто знает, еще тумбочку надо. А разве тумбочка влезет? Влезет. Ой. Здесь крысина здесь скакала на кровати, поэтому здесь сдвинулся матрас. Вообще, да. Ну вот, красиво. Нравится? Да. И надо здесь с зеркалом что-то делать, потому что туда зеркало мне не нравится. Чем ты, Вася, здесь шушишь, как будто конфетами? Ага. А я прибежала на звук. Штучки блестящие. Штучки блестящие. Покажи. Штучки какие блестящие. Ой, держи. Так ты пластикат-то сними, как я потом буду вокруг ручек обдирать это? Ну, я это сниму, я специально. Что ты специально? Просто остальное это да, вот там где ручки, чтобы вокруг пластикат. Да, да, да. Да, да, да. Я тебе дам вот возможность. Да, хорошо. Открыть, перерезать ленточку. Все, муж сдал, я принимаю. Все-таки, наконец, комод собрали. Когда уйдет этот еще диван отсюда, сделается ремонт в большой комнате, это вообще будет большое счастье. Ой, какой глянцевый, какой весь. А где полка? Полку. Вот уже недочеты. Нет, ни одной полки нет. Тебе нравится без полки? Да, здесь можно так забить вверх. Какие ящички, какие ручечки. Да. Да, вот так работу сдал, а полок нет. Так, Кристина будет сдергивать. Как, о, как ты, Кристина! Высота как, кстати, можно... Подожди. Подожди, я посмотрю. Так, подожди, дай ребенку снять. Видишь, прием. Принимай. Отлично, Кристина, спасибо. А на той дверце ну, еще. Потом, подожди, потом. Хорошо, ну давай. Подожди пока. Сейчас ребенок должен дойти. Умница моя, помойку иди выкинь. Смотри, вот эту уставку. Можно пониже и еще ниже. Ну ты, наверное, давай в процессе эксплуатации ты мне потом скажешь. Не, подожди, давай пополам подели мне. Ну это пополам? Нет. Не пополам? Не пополам, не лопопам это. Она чуть выше, а то чуть ниже. Давай пополам сделаем. Да.
А давай это сделаем так, а это так. Нет, у меня здесь и там вещи, книги. Не-не, давай-ка. Нет, а мне надо, знаешь, иначе внизу будет вот слишком высокая стопка одежды. А здесь слишком это. Ой, какие привередливые клиенты. Вообще что? Ой, какая прелесть, слушается. Мягенько так закрывается. Освежил комнату так. Ой, скорее бы этот диван вот этот ушел в большую комнату, а? Господи. Скорее бы камин, скорее бы стены, скорее бы потолок, скорее бы все. Вот так вот и торопим жизнь. Ну вот, теперь мам все доделали. Ну, что скажешь? Хорош? Хорош, конечно. Мне кажется, он мог бы быть повместительней. Еще вместительней? Но он вообще ничего. А так, конечно. Я еще ничего, правда, не вмещала. Да. То есть мой шкаф там мой только. Вот это, наверное, центральную я возьму. Ящик. Нет, у тебя уже хватит ну, там. Я туда знаю, что положу носки. И у тебя свои ящики. Лава, я тебе там выделила полку, а ты мне тут ящик. Ну что там еще? Покажи дальше. Эту секцию так. Я сказала Васе, что мне кажется, сюда нужно тоже поворотные петли. Да. Петли еще на 90 градусов. Петли, да, чтобы вот они больше открывались. Потому да. Что когда подходишь вот к этой дверце, что здесь мешает, ее бы вот так вот больше развернуть. И в твоем шкафу, вот на крайней двери. Да. И вот на этой тоже больше, да. Чтобы здесь... Разворотные петли. Но хотя здесь, если не будет дивана, то может и ничего. Нет, здесь будет вообще у тебя тумбочка. А, может быть, мне и не надо, да, у меня же тумбочка, мне разворота, может, и не но надо. Ну, как у тебя тумбочка, если здесь у тебя розетки? То есть тумбочка да. Не будет к стене. Ну, чуть-чуть. Она будет выходить. Ну, в общем, все собрали. Сейчас прощаюсь с вами. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал, ставьте лайки, не забывайте всего вам светлого, доброго, хорошего, хороших вам эмоций, новой мебели, хороших эмоций от новой мебели и вообще всяких эмоций, какие только возможно, чтобы они были положительные. Солнышко в душе, конечно, всем и до завтра, пока-пока.